Привет, дорогие мои друзья, подписчики, просто гости нашего канала. Ой, вот такой вот у нас сегодня денек, пасмурный опять. Ну, по-моему, там не холодно, я еще не выходила. Сейчас пойду гавриков кормить. У меня, как всегда, одна забота – накормить кошек в первую очередь, а потом уже сама завтракать буду. Всем хорошего дня! Хороших выходных, друзья. Хочу сегодня еще сделать маску для волос. Для лица надо сделать. Что-то у меня настроение появилось. Очень хорошая маска. Увлажняющая ампульная маска. Увлажнение, очищение. В общем, такая действительно увлажненная. Даже здесь вот еще сама маска есть. Прям жидкость вот эта. Вот я смотрю, прям жидкость. Ну, в общем, вот так. Девчонки, сделала еще маску. На волосы, вот такую вот маску для окрашенных волос, и наслаждаюсь, думаю, ну сниму вам, покажу. Конечно, надо бы заниматься этим почаще, ну так как мы, вот, например, я, ну, не очень люблю этим заниматься, а надо, конечно. Ну, вот такие вот дела. В общем, сейчас буду готовить. Может быть, еще схожу в магазин, но так неохота никуда выходить. Ну, дальше посмотрим. Мне меню сейчас выложат, посмотрю, что там у нас по меню. Ни разу вам отсюда не снимала свое видео, наверное. Мне вот так. Мне кажется, я ни разу не снимала. Сходила в душ. Намылась, набрилась. Села брови пощипать. Кофеечка себе налила. Смотрю, меню пришло. Марафона. Там свекла нужна, винегрет. Я думаю, блин, как я винегрета хочу, а свеклы дома нет. Вот теперь придется мне идти за свеклой. Я так неохота. Я не знаю, в нашем магазине здесь рядом есть или нет. Может быть, мне пройтись в Эдем. Но если в Эдеме нет, пойду в центр, в старый центр, к Екатерине пойду схожу, где у нас памятник Екатерины, в тот магнит схожу. Наверное, все-таки пойду. Там кое-какие еще продукты нужны. Но сначала надо брови пощипать. Выложила видео в Дзен. Девочки, мальчики, переходите на Дзен. Пожалуйста, подписывайтесь. Я там в первую очередь теперь выкладываю наши видео. В Телеграм подписывайтесь. Там тоже выкладываю. Фотографии выкладываю. Сегодня вот маску делала. Я туда уже выложила в Телеграм. Ну вот так, сейчас подергаем бровки и пойду, наверное. Все-таки прогуляюсь, так неохота, но пойду. Я, представляете, сколько времени никак не подошью трико новое себе. Так хочется мне это трико одеть. Я его не подшила. А его подшить, ну, полчаса сесть и подшить. Вот только надо настроиться. А я сейчас в душ сходила, знаете, так... Разморила меня, я уже говорю, что-то я уже и полежать хочу. Потом думаю, нет, вчера лежала целый день у меня, вчера был выходной. Думаю, нет, сегодня мне надо готовить на 2 дня, на работу. Кофе пила вчера с обычным молоком. Сегодня что-то вспомнила про овсяное молоко. Оно такое вкусное, некоторым не нравится, девчонкам пишут, говорят, мне не нравится там это, другая, одна... Одна говорит, надо миндальное попробовать. Вот не пробовала ни разу, надо попробовать. Миндальное, кокосовое, надо всякого попробовать купить. Ну вот так. Все, сейчас подергаю бровки свои, помажусь кремом. Это моя косметичка здесь. Ай. Вот таким кремом я наношу крем. Но знаете, я люблю, чтобы что-то было пожирнее. Я добавляю туда немножко Нивея. Вот мешаю. На крышечку беру вот здесь вот. Вот видите, крышечка. Я сюда выкладываю этого крема вот и немножко Нивея. Он более такой увлажненный, и мне так больше нравится. Для глаз, вокруг глаз вот такой айевит. У меня от Либридерм. Такой же у меня есть, только ночной. Тоже есть ночной вокруг глаз и... Такой для лица. Это у меня в ванной лежит, это ну, на ночь. Я как умываюсь и наношу. А так вот разных полно. Сыворотка вот такая вот есть тоже. Давно тоже ее не пользовалась ей.
Вот, патчи жидкие. Ну, как-то одно время прям я часто вот этими патчами. Сейчас вот я отдыхаю, вот либридерм перешла. Ну, там еще есть, еще, думаю, надолго хватит. Крем увлажняющий еще вот такой у меня есть. Это серия, знаете, какая? Гиалуроновый комплекс. Вот на работе я вам показывала как-то в одном из видео. Но это, может быть, уже вы забыли, девочки. Это заполнение морщин. Тоже вот от этой же серии. Все, вот эта серия очень дешевая. Ну, что-то, может быть, вот такой крем рублей 300. Да и это, мне кажется, рублей 200 с чем-то. Дешевый, можно сказать, прям вообще дешевый. Также есть сыворотка вот такая вот. Активатор увлажнения для лица. Ну, вот знаете, больше всего вот это вот, этот, как его, сейчас скажу, кто это, таймер, не таймер, господи, таймер, говорю, тонер. Вот тоже им уже давно не пользовалась, надо попользоваться. Я как раз вот от этой серии, по-моему, это вот одной серии. Ну, я покупала вот так вот, заказывала на Wildberries. Вот он идет на основе, знаете, соли морской, что ли, ну, знаете, такой солененький и прям кровообращение улучшает на лице, кожи, лица. Прям кровообращение, знаете, покалывание такое, прям хорошо, вот он кровообращение. Мне вот он нравится, вот этот крем. Ну, летом я практически не мажу с кремами. Вот как осень начинается или на ночь только. Летом у меня вот идет. Мне надо губку эту вытянуть отсюда. Видите, губка такая. Вот крем носила, что-то она у меня. Вот такой крем. Это защита от солнца. Вот эти тоже надо помыть. Ну, вот так. Вот такие вот крема. У меня косметика небольшая, тени. Уже я не знаю, сколько им лет. Вот такие тени. Миллион лет им. Я уже ими и не это, надо выбросить. Я ими не мажусь. Тенями вообще мне не идут тени. Вот такой вот крем. Это тональный. Вот это самый лучший. У меня есть от этой. От Шанель. Ну, тяжелый вот этот крем. Есть еще вот от Max Factor. Вот такой вот крем тональный. Ну, вот это самый лучший. Ну, вот такая вот у меня небольшая косметичка здесь. Вот так. Ну, все. Буду краситься, мазаться и пойду схожу. Собралась я за свеклой. Если в нашем магазине не будет, придется пройти дальше. Ну, не знаю. Не так неохота тащиться. Кто бы знал, но я хочу винегрет. Когда я еще винегрет поем на марафоне? Поэтому хочется. Ой, пока оделась, аж жарко. Я еще гавриком сварила суп с тушенкой, с куриной. С гаража приносили. Сварили кошкам. Сварили, говорю. В общем, вот так. Андрей вам привет, друзья, всем передает. Девчонкам, потому что все ему передают. Желают всего хорошего, доброго. Он вам всего, всего самого хорошего и доброго тоже желает. Ну все, побежала я. Схожу, ну не знаю, может быть, рядышком все-таки будет. Надежда, я что рядом, может, куплю. Девочки, мне повезло, не пришлось мне идти далеко. В общем, в нашем магазине все купила. Купила минтай, знаете, такой хороший минтай, вообще крупный. Вот сейчас покажу. Сразу вот взяла, смотрите, сколько, несколько штук, 2-4, 6 штук взяла. Такой хороший, но Андрей тем более меня любит минтай. В общем, смотрите, вот какой минтай. Хочу себе сделать с овощами. Потом молоко. Ну, подороже здесь в нашем магазине. Оно 125 рублей. В магните же мы такое брали со скидкой 3,2 у Доева. По-моему, что-то 99, что ли, было. Ну, была акция. Так, 125 нормально. Оно так, мне кажется, и стоит. Последние две свеклы мне повезло просто. Взяла. И уже она мне потом говорит, может, еще капусты вам нужно солененькой.
И взяла капустки вот так вот. По 100 рублей капуста. Килограмм соленая квашеная капуста. Это тоже добавлю себе винегрет. Я думала огурчиков добавить. Добавлю я помидоры. Ой, помидорки, господи. Капустку. Все, сейчас пойду пушка запущу. Шла, пушка не было. Ну, там и грязно мне, в принципе, его надо потом брать, лапы ему мыть. Сейчас пойду. Орет под окнами, сидит. Пойду, потом приду, буду делать винегрет уже. Приготовила я свеклу. Вот так вот помыла. Сложила в пакет. Надколола вилочкой их немножко. И морковку также. Картофеля здесь у меня нет. В этом винегрете, в диетическом. Но здесь можно фасоль добавить, горошек. Ну, посмотрим. И все, кладу в микроволновку. Ну, у нас такая дешевенькая микроволновка. У нас там была, там и режимы все были. Здесь я ничего не знаю. В общем, вот, включаю просто побольше. Вот так по времени. И все. И подольше прямо она у меня там готовится. В общем, вот так. Пришел друг мой. Сундук накормила. Вот он, пушок. Пушок. Вот пофигу когда. Сейчас скажу Най. Най. Ага. Чё она, мама говорит. Все, готов прыгать. Ну, сломай еще пальму, сломай мне. Мартышка. Пушок, цветок уронишь. Чуть-чуть уронишь, мартышка маленький, нажракался, пришел с улицы, да? Да, вот он, чумазый наш. Так не хочется заходить, чтобы мама лапы мыла, да? Так не хочется лапы мыть, ага. Все, ждем, когда морковка со свеклой приготовится, и будем готовить. Приготовила все продукты. Сделала свеклу, отварила. Смотрите, какая у меня морковка получилась от свеклы. Она очень сладкая, вкусная. Потом здесь у меня капуста. Какая же вкусная капуста в березке. Вы знаете, я там не очень люблю покупать продукты, потому что иногда, честно говоря, бывает, что ну, срок не очень. Поэтому надо смотреть сроки у них. Когда смотришь сроки, все нормально. Вот тогда беру я. Свежая, вкусная капуста. Прям вот только-только, видать, ее прям это заквасили. Немного добавлю это фасоль. Господи, забыл, как называется. Фасоль. Ну и лучку немножко вот порежу сюда. Вот такой у меня винегретик будет. Лука много резать не буду. Мне достаточно прям вот немножко этого лучку. И все. И добавлю душистого масла растительного. Все, капустку добавляем. Морковочку. Морковка вообще запеклась. Уже прям печеная получилась. Я пока с Андреем болтала. У меня прям все хорошо так приготовились. Эти овощи. А морковка уже запеклась. Винегрет делаю ножом, все режу. Потому что когда-то в молодости я любила через терку, мне нравилось. Сейчас только вот люблю, чтобы все было порезано ножом. Свекла очень вкусная. Я переживала, думаю, какая же будет свекла, потому что ну, не всегда свекла хорошая. А это прям, знаете, на удивление, она прям сладкая, такая вкусная. Я бы такую, конечно, взяла бы прям килограмма два хорошей свеклы. Я прям в контейнер такой небольшой взяла. Не стала кастрюлю. Вот. Сольку возьмем сразу. Добавляем фасоль. Хорошая фасоль. Вот взяли моя цена фасоль. Вот такая вот магните. Я попробовала, ничего, вкусная. И она там была, между прочим, самая дешевая. Думаю, попробую. Андрей себе на работу брал, и мне сюда взяли. Вот таким заправляю маслом, благо. Душистое, очень вкусное масло, тоже хорошее. Так, солим. Ну и соли потом добавляем уже по вкусу. Я, знаете, люблю масло, чтобы не совсем мало было. И соли я теперь стараюсь немного не досаливать.
все недосаливаю. Как уже пахнет вкусно винегретик. Вот такой вот красивый, душистый, я думаю, что вкусный винегрет. Вот так, девчонки. На этом буду видео заканчивать, потому что там и так уже много налялякало. Ну все, девчонки, всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. И не забывайте ставить лайки и подписываться в Телеграм и Яндекс.Дзен. Всем пока-пока!